Искренне рада приветствовать участников сегодняшнего форума. Он у нас проходит в удивительном формате ввиду того, что коронные эти пандемичные времена дают нам совсем другой формат и условия мероприятий. Но это здорово и отлично, поскольку мы действительно соскучились по информации, соскучились по совещаниям, которых давным-давно не было. Меня зовут Мария Шосток, я директор Центра оценки качества зерна, представляю алтайский филиал. Сегодня мы с вами поговорим о трех важных вещах. О качестве зерна урожая Сибирского федерального округа, о экспортной реальности Сибирского федерального округа, а также завершим требованиям стран-импортеров и кто же у нас все-таки действительно такой высокий, замечательный лидер, оптимист и маэстро, который делает экспортный рынок Сибирского федерального округа. Итак, начинаем. Начнем, конечно же, с нашего сибирского каравая. За последние 10 лет он менялся и претерпевал изменения. Самым большим, широким, огромным, пышным и качественным сибирским караваем он был в 2009 году. 18,3 миллиона тонн зерновых зернобобовых культур собрали аграрии Сибирского федерального округа. Провальным годом для сибиряков, для землепашцев был 2009 год. В два раза меньше было собрано урожая, то есть 9 миллионов тонн. Если говорить о прошлом годе, то 15,3 миллиона тонн зерна было собрано сибиряками, и основная доля, конечно же, это наша сибирская пшеница. 9,8 миллионов тонн было представлено именно этой культурой. Особый вклад в объемы валового сбора пшеницы вносят, конечно же, Алтайский край, Омская область и Новосибирская область. Они же являются лидерами и по зерновым, и зернобобовым культурам. Красноярский край очень близко уже к пьедесталу почета у нас приближается, и, возможно, в этом году они разделят бронзовое место, то есть Новосибирской областью поделят и будут бронзовыми призерами, встанут на одно место. Центр оценки качества зерна на протяжении многих десятков лет проводит мониторинг качества зерна нового урожая. Наши специалисты работают в 55 регионах Российской Федерации. Также они работают и в Сибири. Если говорить о прошлом годе, то мы хотели бы отметить, что качество сибирского зерна значительно лучше, чем в предыдущие годы. 80% алтайского, новосибирского, красноярского зерна было представлено высококлассными, высококачественными характеристиками, то есть это было зерно продовольственных кондиций. Если говорить про Алтайский край, он у нас уникальный. 7 почвенно-климатических зон показывают абсолютно разные результаты по качественным характеристикам. Наконец-то в прошлом году был прорыв по Восточной Кулунде и Западной Кулунде. Всего 15% урожая этих нашего алтайского региона было представлено непродовольственными характеристиками зерна. Все замечательно и неплохо было в Приобской зоне, там всего 7% зерна мягкой пшеницы было представлено зерном непродовольственных кондиций. Клейковина была высокая, натура была замечательная и даже стекловидность подросла. По прошлому году мы выявили несколько партий, которые были представлены пшеницей второго класса. По данным выданных фитосанитарных сертификатов, страны-импортеры алтайской продукции за 5 месяцев 2020 года представлены следующими странами. Это Казахстан, Китай, Монголия, Киргизия, Белоруссия и Узбекистан. Если говорить о цифрах в общем, то сравнивая 5 месяцев 2020 года и 2019, алтайский экспорт упал на 24%. Но это и объяснимо, поскольку было квотирование, поскольку были введены определенные барьеры на страны ЕАЭС, и это, конечно же, отразилось на этих цифрах. Удивительно, что Казахстан забирает 51% экспортного потенциала всего за 5 месяцев. То есть братья казахи вывозят практически половину нашей экспортной продукции. По Казахстану мы видим увеличивающуюся цифру. 151 тысяча тонн было вывезено за 5 месяцев. По Китаю, на которую мы возлагали огромные надежды, и наша Поднебесная должна была брать нашу продукцию, прям начиная от масличных продуктов переработки, заканчивая нашей сырьевой базой, такого, к сожалению, не произошло. 17% представляет Китай по экспорту, и 50 тысяч тонн было выгружено за 5 месяцев 2020 года. Идет спад на 20% по сравнению с прошлым годом. Монголия увеличивает свои аппетиты, 22 тысячи тонн было отгружено в Монголию, и Киргизия очень подпирает Монголию, и практически та же цифра была отгружена у нас в Киргизию. Хотелось бы отдельно рассказать о Китае и Казахстане. Начнем с Китая.
много туда возлагалось надежд, но тем не менее я назвала Китай беспокойным таким экспортным пассажиром. За 5 месяцев 2020 года в Китай было отгружено 51 тысяча тонн. Для сравнения, в 2019 году эта цифра составила 175 тысяч тонн. Отрадно, что наконец-то наша алтайская мука, производимая на наших предприятиях и являющаяся гордостью нашего региона, она у нас на первом почетном месте, потеснив лен, рапс, подсолнечник, то есть три основные масличные культуры, которые потребляли китайцы по предыдущему году. Крупа также имеет место быть, овес отгружался в Китай, а вот гречиха и пшеница были абсолютно не востребованы на китайском рынке по 5 месяцам 2020 года. Казахстанский пылесос, как мы его все называем, по итогам прошедших месяцев 2020 года говорит нам о том, что 95 тысяч тонн пшеницы было выгружено с Алтая. Казахи почувствовали дефицит и неурожай уже в сентябре прошедшего года, и, соответственно, обширный ажиотажный спрос начался еще с сентября 2019 года. Самым ярким месяцем и высшим по объемам отгрузки с Алтая был ноябрь, 60 тысяч тонн было отгружено. А если говорить о 2020 году, то 95 тысяч тонн, как я уже говорила, на сегодняшний день мы видим такую цифру. Это по данным фитосанитарных сертификатов, как бы не считая других отгрузок. Подводя итоги по Алтаю, за 2020 год наблюдается снижение объемов. Если говорить о топах компаний-экспортеров, то наконец-то на пьедестале почета у нас Аллея зернопродукт со своей мукой. На 46% вырос их экспортный потенциал. Это отрадно и здорово. Также в топ-10 компаний входит еще один переработчик. Это производственная компания «Геркулес». Этого мы не видели по прошлому году. А вот по топ-10 видов продукции мы наблюдаем, конечно же, возглавляет топ – это пшеница. Если говорить по топам 10 видов продукции, то на пьедестале почета, как я уже говорила, это пшеница, следом идет подсолнечник, и лишь на третьем почетном месте – это мука. Страны-импортеры новосибирской продукции, по данным фитосанитарных сертификатов, у нас практически такие же, как и в Алтае. Единственное, места немножко здесь меняются после третьего. Казахстан, Киргизия, Китай на пьедестале, затем идет Азербайджан, Монголия и Латвия. Импорт новосибирской продукции у нас увеличился на 66% по сравнению с предыдущим годом. За 5 месяцев 2019 года было отгружено 103 тысячи тонн, а за 5 месяцев 2020 года 172 тысячи тонн. Казахстан вырос так же, как и в Алтае. Здесь такая же зеркальная картинка. Киргизия встает на второе почетное место и Китай на третьем месте по экспорту новосибирской продукции. Омская область. По Омску объемы экспорта увеличились на 30%. Те же самые страны, что и у соседей сибиряков, Казахстан, Китай, Киргизия. Если говорить о экспортной цифре по омской продукции, это 220 тысяч тонн к 168 по прошлому году. Как итог, три основных кита у нас экспортеров – это Алтайский край, Омская область и Новосибирская область. На 3% вырос экспорт в этих трех регионах. Ну и Казахстан дает цифру, которая показывает процентное увеличение. На 64% вырос экспорт в Казахстан по трем основным регионам Сибирского федерального округа. Китай показывает некий спад, и Киргизия набирает обороты. Если говорить в процентном выражении, это 1296%. Представляете? Монголия увеличивает свои аппетиты, и это выражается в 42 тысячах тонн, которые монголы предпочитали нашей сибирской продукции. И цифру на увеличение у нас показывает Узбекистан. Несмотря на высокие требования стран-импортеров, несмотря на все сложности выхода на внешние рынки, хотелось бы отметить тех лидеров, или как бы я их назвала, даже маэстро по выходу нашей алтайской и новосибирской продукции на рынки. По-прежнему на первой позиции у нас остается Новосибирская продовольственная корпорация. Она у нас лидировала и за 5 месяцев 2019 года, и также остается лидером за 5 месяцев 2020 года. Отрадно и здорово видеть на втором почетном месте наш алтайский Аллея зернопродукт. И также в топ-10 у нас попадает производственная компания «Геркулес», которая производит уникальные алтайские крупы, которые узнаваемы не только в Российской Федерации, но и за рубежом. На третьем почетном месте у нас половиновский элеватор, алтайский гилевский элеватор на четвертом. И, по сути дела, все остальные участники
топа-10 – это у нас либо элеваторы, либо трейдеры, которые отгружают уже сырье с территории Алтайского края и Новосибирской области. Хотелось бы отметить, что при составлении экспортных партий наши отправители с Сибирского федерального округа и вообще с Российской Федерации должны основываться на требованиях стран-импортеров. Они действительно имеют место быть. То, что определяется у нас в России, оно совершенно по-иному смотрится в зарубежных странах. Хотелось бы отметить, что на сегодняшний момент 80 стран предъявляют требования к качеству нашего российского зерна. 97 стран предъявляют требования по безопасности. И 118 стран предъявляют совершенно иные требования к карантинному состоянию продукции, которая поступает с Российской Федерации. Хотелось бы немножечко остановиться на пестицидах. Если говорить о пестицидах, у нас в России их определяют 250 штук по требованию ТРТС. Совершенно не заморачиваются и просто относятся к пестицидному порогу такие страны, как Азербайджан, Грузия, Таджикистан. Они определяют всего 5 пестицидов, и вы безбоязненно можете туда ввести продукцию, определив те пестициды, которые определяются у нас на территории Российской Федерации. А вот такие страны, как Швейцария, Япония, они предъявляют очень высокие пестицидные требования и огромный пестицидный порог. Если вы пожелаете повезти свою продукцию, например, в Японию, то японцы могут предъявить вам к требованию к 526 пестицидам. Если говорить о карантинных вредителях, то некоторые страны предъявляют требования к тем вредителям, которые у нас особо не определяются и внимание на них не заостряется. Например, к бодикуполевому предъявляют требования 18 стран. Эти повышенные требования выраженные в нотификациях, которые, например, приходили на российскую пшеницу в прошлом году из такой страны, как Вьетнам. Алтайский филиал является крупнейшим лабораторным центром за Уралом. Мы сосредоточили в себе все услуги, предоставляемые заказчикам, начиная с обеззараживания зерна, с выдачи актов обеззараживания и заканчивая международными сертификатами, протоколами лабораторных испытаний. Также мы регистрируем декларации, выдаем экспертные заключения. Количество обращений растет год от года. И вот, подытоживая то, что я говорила, хочется заметить, что ввиду высоких требований стран-импортеров, ввиду усиления конкуренции по поставкам нашей продукции на внешние и внутренние рынки, конечно же, усиливается и увеличивается количество арбитражных обращений в нашу лабораторию. Например, в 2020 году уже в лабораторию обратилось 160 заказчиков именно с серьезными спорами, которые спорили по качеству клейковины, по протеину, по картофельной болезни. В прошлом году этих обращений было значительно меньше. В 2019 году нашими партнерами стало более 3000 заказчиков. Добро пожаловать в наш лабораторный центр. Огромное спасибо за внимание. Рада встрече.